Сотрудник пресс-центра МВД России Владимир Коновалов. В управление КА МВД России поступила информация о том, что на территории Российской Федерации и в странах ближнего зарубежья распространяется вредоносная компьютерная программа для сотовых телефонов. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что эта программа способна осуществлять запись телефонных разговоров, чтение смс-сообщений, установление местонахождения телефона по базовым станциям и GPS, просмотр фото и видеоинформации, находящейся в памяти телефона, а также просмотр списка контактов. При этом нахождение программы в памяти мобильного телефона и ее работы были скрыты от пользователя. Полицейские установили, что противоправной деятельностью занимается 50-летний безработный житель подмосковного города Домодедово, который создал эту программу при помощи знакомых программистов и продавал ее по цене от 30 до 150 тысяч рублей. Для привлечения клиентов злоумышленник размещал объявления в сети интернет, а также активно использовал круг знакомств. Оперативники провели обыск по месту жительства подозреваемого. В ходе этого обыска была изъята компьютерная техника, а также мобильные телефоны и электронные носители информации. В настоящее время определяется размер дохода, полученного преступным путем. Возбуждено уголовное дело по статье создания, использования и распространения вредоносных программ. В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.